Ченнинг Татум разыграл поклонников в кинотеатре. 35-летний актер загримировался под старичка и вышел в таком виде в зал на специальный показ картины «Супер Майк». Это будет прикольно и неожиданно. Думаю, поклонницы будут рады. Вообще, посетители пришли на 3D-фильм, а получили сверх меры еще и горячее танцевальное шоу. Я его даже не узнала. Это было очень круто. 20 минут я была в шоке. Парни молодцы. Видимо, Татум все никак не забудет свое стриптизерское прошлое.